Здравствуйте, друзья! Я сегодня в четверг вечером возвращаюсь с работы. И одно из событий, которые сегодня имели место, это была встреча, на которой присутствовали Светлана, рекрутер, и ее начальник, зовут его Радж. Мы так втроем сели, но у нас есть своя тема для разговора. То есть, каким образом они могут нам помочь с пристраиванием выпускников там на проекты по своим клиентам. Ну и у них есть свой интерес в нас. Ну и заодно уже я попросил Светлану, тут же, чтобы мы ее записали. Но дело в том, что тут на нее немножко наехало начальство. И начальство сказало, что оно не хочет, чтобы были какие-то публичные там где-то на YouTube или что-то. Потому что, ну, как бы корпоративная политика, потому что известны случаи, когда каких-то там рекрутеров за что-то там судили из того, что они там где-то сказали публично и так. Ну, и поскольку компания большая, а кто чего сказал, значит, там, иди потом разбирайся, то общая политика такая, помалкивать и ничего не говорить. Поэтому, как бы нам не удалось Светлану перед камерой как бы поставить. Но я расскажу своими словами то, о чем мы говорили. Значит, первое, пришло свыше 100 резюме. И, конечно, учитывая, что у Светланы там и других дел тоже есть, то есть не то, чтобы она там только бы и сидела, и эти резюме разбирала. Вот, поэтому она извиняется и говорит, что, ребята, если вы думаете, что я могу за день там как-то ответить или что-то сказать, то, конечно, это не очень точно. То есть надо как-то быть более реалистичным. Значит, резюме, которые по-русски пришли, объяснять человеку отписываться, что надо не по-русски, а надо по-английски и так далее, это в общем и в целом, ну как бы такой неадекват, что ли. Поэтому хотите, чтобы резюме или там как-то вам ответили, уже пишите по-английски. Но даже если написано по-английски, как вам сказать, ну, бывает ситуация, в которой как бы настолько нет повода для разговора, что, ну, как бы нет повода для разговора. И если вы случайным образом пошлете ваше резюме, допустим, даже вы в Америке живете, и вы пошлете ваше резюме там 100 рекрутерам, то, ну, хорошо, если там 10 откликнутся или там 15, там, а уж там на H1B так и того меньше. Поэтому, как бы, всякий рекрутер, он оставляет за собой право, ну, как бы вообще не проявиться, если нет повода для того, чтобы там тратить время. Следующий момент вот какой. Светлана мне говорит, послушай, а вот у тебя же там есть видео, вебинар. Она смотрела, оказывается, я не знал. Она говорит, ты же объясняешь, как делать резюме для отправки по там рабочей визе, чтобы получить работу. У меня действительно есть вебинар на эту тему. Я там очень подробно рассказываю. Я еще и про cover letter рассказываю. Если вы пойдете на portnov.com/ru, собственно, в ссылках к любому видео у меня там стоит курс по тестированию на русском языке. Так там у меня последние там то ли один, то ли два вебинара. Мы как раз разбираем и резюме, и cover letter, и все эти дела. И она говорит, я же смотрела вот там у тебя эти видео и вебинары. И она говорит, и почему же люди, которые шлют резюме, почему же они не пишут, ну, так, как им сказали писать? Потому что там она говорит, вот человек написал, вот это мое резюме, там я его пишу по-английски, но формат у нас вот такой, как у нас тут в России принят. И говорит, а зачем же он мне его шлет? Ну правда, а что она должна с ним делать? Вот, поэтому я думаю, что для очень многих людей, которых неожиданно застало вот это предложение прислать резюме, врасплох застало, я думаю, для них самый главный урок состоит в том, что нужно иметь резюме. Ничего нет такого, чтобы сделать резюме, что вы не можете пойти и сделать. То есть вы пошли и вот там посмотрели вебинар, есть образцы резюме, там есть ссылка на образцы резюме, у меня на сайте на школьном лежит очень много образцов по 25 профессиям, приличные такие, ну как бы с буллетами, там можно из них надирать сколько хочешь. Поэтому, ну если ты хочешь уже как бы работать за границей, если ты специалист, там если что-то, ну то уже потрать там какое-то время, что ты же не можешь вот так. Я граф Потоцкий раз на пол высморкался. Но граф я так не делаю, у них платочек есть. Поэтому, значит, я думаю, что это хороший такой толчок. И очень важно, чтобы второй раз такого не произошло. Вот надо себе поставить задачу. Я второй раз такого не допущу.
Что еще там было сказано? Были вопросы. Я на самом деле хотел ее погонять по тем вопросам, которые для рекрутеров ребята оставляли, но там формат нашей встречи не очень позволял. Но в частности я спросил этого Раджа, как ее начальника, вот если человек хотел бы работать в США в качестве рекрутера, например, можно ли так? На что ответ был категорически, что нет, потому что рекрутер не попадает в то, что называется specialty occupation. Мы знаем людей, которые работают рекрутерами на H1B. Но я думаю, что в основе этого лежит то, что их официально оформляли на какую-то другую работу. То есть, возможно, что у них есть, ну, какое-то образование, там, не знаю, или по бизнесу, или, может быть, даже по компьютерной сайенс, и их там на что-то оформили, а дальше они сидели и делали рекрутинг. Вот это я могу себе представить. Но, как объяснил Радж, на рекрутера сделать рабочую визу, как на рекрутера, нельзя. То есть, даже если у него есть опыт в рекрутинге там, и так далее, не получается. Во всяком случае, вот его мнение такое, у меня своего нет, я не в курсе. Ну, наверное, он знает, потому что он много чего делал. Хотя, опять, если есть кто-то, кто очень хочет взять вас рекрутером, он найдет возможность это сделать, то просто вас как-то оформят не так, как вы есть. То есть вы не будете числиться рекрутером, но вы можете это делать, это уже некоторое нарушение. Ну, тем не менее. Кроме того, Радж, когда я ему говорю, давай я тебя запишу, вот ты все-таки начальник, он говорит, меня записывать тоже не надо. И еще он такую вещь высказал, которую я считаю, ну, интересная вещь. Он говорит, что пока вот реформа не прошла, пока мы не знаем всех тонкостей, то я бы вообще, говорит, он не стал ни резюме слать, ни, ну, вообще этим не стал бы в эту сторону смотреть, потому что будут какие-то изменения. Я говорю, ну подожди, ведь изменения это будут к тому, чтобы расширить количество, к тому, чтобы как бы, ну, проще стало. Он говорит, понимаешь, очень интересная тонкость. С одной стороны, действительно, идет речь об увеличении квоты. С другой стороны, есть очень серьезные нарекания на то, как конкретно, как процессуально все это происходит. То есть привозят людей, которые там по H1B, например, по одной профессии, а работают они по другой. Я вспомнил, кстати, вот помимо рекрутинга, я вспомнил, как я однажды ехал в такси и разговаривался с таксистом. Он оказался из Египта, у него образование инженера-механика. Его привезли в США как инженера-механика, а дальше он водил такси. Ну, то есть, как-то они там это все там оформляли, договаривались, и грин-карты, наверное, потом делали там, и еще что-то. Но очень много нарушений всевозможных, которые они будут пытаться прищучить. То есть Конгресс и Сенат требуют, чтобы, особенно республиканская часть, требует, чтобы был порядок наведен, потому что начинается с хороших слов, а заканчивается как бы бардаком неуправляемым. Я вспоминаю очень, очень много разных ситуаций, когда вот процессуально не было обеспечено, когда приезжали люди с липовыми дипломами, ну и так далее. И вот он говорит так, что с одной стороны, мы понимаем, что будет больше виз. С другой стороны, мы ожидаем ужесточения всяких процедур, которые там будут происходить. Вполне возможно, что будет ужесточение понятия специалист. Вот достойный того, чтобы его привозить по рабочей визе. Потому что сегодня, например, если человек просто имеет диплом о высшем образовании, его уже можно привезти. То есть если я хочу нанять человека, который просто закончил университет, я могу это сделать. Они могут пересмотреть эту часть тоже. Или они могут пересмотреть, например, сколько нужно опыта, если у него нет там образования, которое прямое там или близкое и так далее. Поэтому он говорит так, я бы просто ждал сейчас и не рыпался бы. И кроме того, говорит он, если вы действительно хотите, чтобы компании вас рассматривали и ну как-то вам отвечали и ну, занимались с вами плотно, вот не то, что Света готова сама заниматься, а вот, в принципе, вот рекрутинговый бизнес, он говорит, что, ну, раньше января нет смысла, говорит, он рассылаться. Как бы основная масса рекрутинговых агентств не станет как-то сильно в это все вникать, ну, во-первых, до того, как примут закон новый, во-вторых, без того, чтобы на подходе где-то уже было заполнение там документов, оформление и так далее. Так что вот такой сухой остаток, которым я и спешу поделиться.